И последнее. Сегодня в Казани в присутствии патриарха Московского и всея Руси Кирилла заложили собор на месте обретения чудотворной иконы Богородицы. Церемония собрала тысячи верующих. Чуть ранее представитель возглавил крестный ход к этому месту. А утром отслужил литургию в Благовещенском соборе Казанского Кремля. Казанская икона Богородицы, обретенная в конце 16 века, накануне смутного времени стала символом борьбы за свободу и объединение русского народа.